здесь, в этом уникальном месте, мы планируем создать экологически чистый парк «Звездный ковчег» с маленькой конкретной школой по изучению биосферного наследия нашей планеты, сохранению уникальных елей, сосен, распространения их по всему миру. Покажи, пожалуйста, объект. Этот объект мы хотим превратить в учебный центр, выставку «Звездный ковчег» в поселке Партенит. Приглашаем всех участвовать в этом уникальном проекте. Библиотека космических знаний писателя Лили с уникальными проектами летчика-космонавта Волка Илья Петровича, с моделью ООН Коваиженко Григория Максимовича и другими уникальными учеными, которые предлагают свои проекты и готовы обучать молодежь, студентов и детей. Мы сотрудничаем с молодежным центром детства «Артек» и планируем на его базе и здесь создать настоящую современную школу, соответствующую интересам этих детей, которые пришли на нашу планету, и возможности, которые наша Академия может предоставить.